Здравствуйте. И начинаем мы с того, что компания Endostars просит напомнить, что самый активный и самый лучший, вернее, вопрос, а может быть, самый активный участник, тут как получится, получит вот такую сумку, полную денег. А еще просят напомнить о том, что у нас 3-4 марта будет проходить мероприятие на базе Московского центра гастроэнтерологии имени Логинова от Кирилла Вячеславовича Шишина, где будет именно эндоскопическая секция в течение 2 дней. Будет с онлайн-трансляцией, естественно, как тоже в течение года происходит. Будут и лайвы, будет и теоретическая часть, так что не пропускайте, присоединяйтесь. Ну, а сейчас мы хотели о таком не в лекционном формате, а скорее в режиме дискуссии пообщаться с Русланом Михайловичем на предмет полипов, любимая тема всех эндоскопистов, потому что она такая каждодневная, очень прикладная, и поговорить про разные варианты. И начать с, наверное, таких вот, в первую очередь, зубчатых полипов, таких наиболее, я бы сказал, дискутабельных моментов. И вначале просто вот просто напомнить о том, что такое зубчатый и вообще как к ним относится. То есть вот буквально в 2020 году ВОЗ пересмотрел классификацию, и сейчас зубчатое образование, то есть раньше были зубчатые аденомы, там гиперпластические полипы отдельно выносили, сейчас называется все зубчатые повреждения или там образования. А куда входят гиперпластические полипы, которые составляют подавляющее большинство всех этих образований? Это традиционные зубчатые аденомы, которые наиболее редко встречаются. И зубчатые аденомы на широком основании, это цессил северетат аденома, которая, в общем-то, ну, такая, это далеко не редкость, это тоже, в общем-то, такая частая находка при наших рутинных колоноскопиях, естественно, случайная находка, потому что они не могут себе как-то проявляться. Что хочется сказать, что вот эти традиционные зубчатые аденомы, не так часто они встречаются, хотя, с другой стороны, и назвать прям экзотикой тоже нельзя, но вот обратите внимание, даже здесь внизу картинка, в правом нижнем углу, она, если любому эндоскописту зубчатая аденома, то, наверное, все представляют вот какую-то вот скорее такую. Маленькое плоское образование, шапочкой слизи, расширенными криптами. А вот такое, как зубчатая аденома, в голове не устраивается. И в целом, хочется сказать, что традиционные зубчатые аденомы, они скорее выглядят как, ну, обычные аденомы. Регулярно ворсинчатые и по строению, и по питпаттерну. Они на самом деле похожи, у них нет вот этих расширенных желез. И, на мой взгляд, это очень хорошо, потому что у них прогноз хуже, они с высоким риском малигнизации, и то, что мы их не мешаем в кучу с гиперплазией, для нас прекрасно, по-моему, для эндоскопички. А вот именно такие аденомки, в первую очередь Cecil Serrated аденома, конечно, интересует, видите, здесь написано высокий риск малигнизации на этом слайде, но вот мне, собственно говоря, вопрос к Руслану Михайловичу. А вы считаете, это вообще опасная история? Ну, понятно, что он может малигнизироваться, мы это знаем. Но если смотреть вот так на круг, вот у нас есть пациент, условно, у него находим зубчатую аденому, одну плоскую, сидячую, ну там, неважно, там 6 миллиметров. А какова вероятность, что она в его судьбе как-то сыграет? Какую роль? Ну вот опять же, на основе так больше вот на своем опыте, да, это, наверное, здесь мы ради этого и собрались, чтобы немножко так мысли свою скажу, что вот такие вот аденомы, вот, которые небольшие, плоские, желтые, одна из их как бы особенностей, что они очень плохо визуализируются. То есть вот чаще всего мы пропускаем именно такие аденомы. И, например, по опыту своему, в первую очередь... Сейчас я вставку сделаю. Как раз-таки статьи говорят о том, что именно зубчатые, множественные зубчатые полипы, образования, они в первую очередь сопряжены с интервальными раками. Именно потому, что мы их пропускаем. Да. Я вот, как бы, ну, скажем так, был период, когда не было возможности удалять сразу во время исследования такие образования. И часто эти пациенты приходили или на госпитализацию в стационар, на операцию, или через какое-то время. И действительно, два момента, что эти аденомы очень долго существуют. Потому что были пациенты, которые через 2-3 года, то есть я им рекомендовал там через 3 месяца прийти, а они возвращаются года через 2-3, говорят, вам мне сказали, он замотался, смотришь, она не изменилась. То есть действительно, они очень длительно существуют, медленно растут. И тот период до момента появления тяжелой дисплазии, он очень длительный. А вот уже когда появляется дисплазия, то эти образования... Ну и встречный вопрос. Хорошо, 80-летний пациент, вот такое образование, вы будете удалять?
Вот, ну, опять же, если это... Вот сейчас мы освоили, да, холодную полипэктомию. И как раз вот эти образования, это идеальный кандидат. Даже если иногда даже размером 2 сантиметра можно сделать холодную полипэктомию двумя фрагментами. Да. Вот, поэтому сейчас эти образования мы стараемся удалять во время исследования в режиме холодной полипэктомии. Да, я понимаю, что здесь риски холодной полипэктомии, они, конечно, есть, безусловно, но... Они такие очень невысокие, да? Хотя, в общем-то, мы знаем о том, что и перфорации описаны, и кровотечения описаны, но они в процентном отношении очень-очень безопасны. Вот, в то же время, если мы говорим, вот как раньше, резекция слизистой, да, то в такой ситуации риски возрастают, и тут уже задумаешься, а стоит ли играть в вещи, что иногда риски операции превышают риски онкологические. Я согласен, дела, здесь иногда действительно мы идем с позиции, смотрим на эту ситуацию с позиции безопасности именно пациента, и в некоторых ситуациях, да, лучше или не, ну, отказаться от операции и оставить под динамическое наблюдение. То есть, в принципе, в данном случае такая тактика, она допустима. Вот, и какую мысль еще, что вот эти образования, чем они как бы именно опасны, что очень часто пропускаются, и часто, вот я отметил, что ты смотришь, находишь одну аденомку, через 3 месяца пациента приглашаешь на полипэктомию, при, может быть, даже в большем качестве подготовки, у тебя больше времени, и практически в 30% случаев у этого же пациента после себя же находишь одну, а то и две таких вот зубчатых аденом. И очень часто, когда ко мне присылают на операции доктора, знакомые своих, ну, пациентов, пациент приходит, вот у меня нашли один полип. Делаешь полипэктомию, находишь 3-4, удаляешь, говоришь пациенту, я еще 4 нашел, глаза, вот, и доктор потом тебе звонит, как так, как такое можно. Поэтому вот особенность этих зубчатых аденом, что очень часто пропускается, поэтому иногда, может быть, не надо с ними торопиться, а лучше действительно через какое-то время. А что касательно гиперпластических полипов? Надо их удалять или нет? Вот именно не, которые вы трактуете как гиперпластический полип, без этой, без слизи, вот без расширенных крипт, но тем не менее, вот восходящий, мы не берем прямую кишку сейчас, это как бы так отдельно, а вот именно в ободочной кишке. Ну, опять же, если говорить, ну, мировые рекомендации, вот и даже в гайдлайне написано... Удалять. Удалять, да, удалять все, что там находит. Да. Вот, на эту тему 2 года назад я как раз выступал в Суздале. Вот, и там у меня был доклад как раз за наблюдение таких полипов. Поэтому, когда мы видим этот полип и думаем о том, удалять, надо посмотреть на пациента в целом. То есть, те риски, которые связаны с нашей манипуляцией. Если мы риски осложнений сведены к минимуму, у данного пациента лучше удалять. Если все-таки есть моменты, которые мы сомневаемся, пациент недообследованный, или есть моменты в том, что лучше тогда эту ситуацию и не торопиться, дообследовать пациента и дальше как бы заняться. Ну да, просто сам себе гиперпластический полип в чистом виде, да, он не имеет, он не переходит в опухоль злокачественно, но через зубчатую как бы аденому он имеет возможность перейти. То есть перейдет или не перейдет, по какому пути он пойдет, мы предсказать, естественно, не можем. Но путь это достаточно, в общем-то, долгий. И вот здесь как раз статья, которая показывала, именно морфологи брали группы, сравнивали пациентов, у которых были зубчатые аденомы, вернее, по зубчатому пути шли карциномы, сколько они наблюдались, в каком возрасте это происходило, разбили 2 группы, кто именно по зубчатому пути, кто по традиционному пути, и здесь они показали о том, что разница между 2 группами 10-15 лет, то есть примерно в 3 раза дольше путь зубчатый, чем обычный. То есть пациенты долго могут ходить с этими аденомами, они медленно накапливают эти мутации, прежде чем происходит дисплазия какая-то нарастает и уже аденокарцинома. Поэтому в этом плане они выглядят относительно безопасно. И здесь тогда встает вопрос, ну, у таких, условно говоря, возрастной группы там 70-80 лет, надо ли вообще этим заниматься? Ну, я думаю, все-таки... Как наблюдение или... Нет, вот говорю, все-таки мне как бы тут... Все-таки, как сказать, на первом месте все-таки надо удалять. То есть глобально любое, да, любое образование потенциально на этом организации. Каких-то прогнозов, то есть прогностических факторов, что у этого пациента это случится через год, у этого 14, их нет. Да? Мы, то есть пока у нас нет возможности спрогнозировать, да, вот, какой-то там это эндоскопический анализ
статистический анализ, да, то есть нету каких-то четких критериев, что вот мы видим картинку и можем спрогнозировать, что с этим спалить что-то случится. Вот, есть, да, статистика, что мы видим глазом вроде бы абсолютно доброкачественное, удаляем, и в 1% случаев примерно морфологи дают даже там рак инситу или что, да. То есть, вот, биопсию брать из каждого полипа тоже как бы для прогностически глупо, да, потому что биопсия нам мешает удалять. Поэтому я думаю, что удалять точно надо. Вот. Другое дело, что взвесить, опять же, вот факторы риска и состояние пациентов. То есть мы уверены в том, что пациент полностью обследован. У нас как бы нету как бы сомнений там в других днях. Ну, была ситуация, вот опять же, я это рассказывал в докладе, ситуация из нашей рабочей жизни. Первое. Пришел пациент, пациентка, маленький полип, 0,8. Доктор выполнил холодную полипэктомию, ну, тотальную биопсию, по сути, удалил этот полип сразу во время исследования. Причем пациентка порядка 3-4 часов находилась в поликлинике, диспансер сходила к хирургу, а вечером в 10 часов звонок. Кровотечение, обморочное состояние, кровотечение. Пациентку привезли в ЦРБ, это было 200 километров от Санкт-Петербурга, дежурного эндоскописта нет, положили в реанимацию, утром состояние тяжелое, почти там, ну, потом, как оказалось, почти литр кровопотери, берут в операционную, делают резекцию сегментной кишки. Да, то есть, как бы, ситуация. Но это осложнение, которое бывает редко. Но я к чему что? А другая была ситуация. Пациент пришел на исследование. Пациента обследуют, у него анемия. Доктор делает колоноскопию, находит такой полип. Удаляет его сразу. Пациент идет через два дня на УЗИ. Ну так у него план обследования совпал. Да? То есть, к сожалению, у нас иногда бывали случаи, что на колоноскопии пациенту было легче попасть в диспансер, чем на УЗИ в районе помежжелудочной. И у него смотрит полная печень метастаза, а потом еще находит рак желудка. И представьте ситуацию, да? Вы такому пациенту делаете полипэктомию, он вечером поступает в ЦРБ, у него кровотечение, открывает живот, а там, извините, полная печень метастазов и рак желудка. То есть здесь могут вам потом очень сильно предъявить, что вы как бы поторопились. Поэтому говорю, что здесь эта ситуация, вот об этом, наверное, надо вот думать. В телеграм-канале на днях я выкладывал такую провокационную фотографию, которая сейчас на экране, с вопросом, будем ли удалять. Мы видим дивертикул. Мы видим образование. Ну, в целом у данной пациентки много дивертикулов. Есть, помимо этого, и другие образования, которые там уже удаляли, там крупные. Ну, и в частности, вот такое. Здесь в белом свете не очень, но видно, в принципе, там намечается ПИТ-паттерн. Здесь он такой чуть дымчатый. Ну, вот здесь хорошо, четко видно, что это, в общем-то, второй тип. Причем даже не открыт у нас железы, не расширены именно просвет желез. У нас просто увеличены сами эти железы. Это гиперплазия. И вопрос. Пациентка 64 лет, гиперплазия, не сессил сератоаденома, ему расти, расти и расти до условной карциномы. Есть, ну так, это притянуто за уши, но тем не менее, маленький риск, что там он сидит на дивертикуле, тем не менее, такой риск есть. Вроде холодная полипэктомия безопасна, а вроде как и дивертикул может оказаться. Надо ли удалять? Вот, ну, вопрос... Вы на что будете опираться, лично вот вы? Ну, в данном случае, вот, первый такт, я буду, если, скажем так, выполнен тотальный осмотр кишки и идеальная подготовка, то есть я уверен, ну, на 100% в себе, что я больше нигде ничего не пропустил. То есть, да, идеальная подготовка кишки, так далее, нет сомнений, что это единственный полип в кишке, то, в принципе, с учетом здесь, как бы, вероятность выполнить, ну, сделать холодную полипэктомию, в принципе, просится. И даже это, если окажется, это верхушка дивертикула, я думаю, что это холодная полипэктомия не приведет никакой перфорации, как бы достаточно спокойно это образование уберем. Вот. Фраза «я думаю, что не приведет» очень успокаивает. А? Не сильно успокаивает, ну, на самом деле. Говорю, что я на самом деле просто это с инъектированными дивертикулами я сталкивался, но именно чтобы случились какие-то перфорации, у меня как бы такого опыта не было, да. Все-таки здесь больше похоже на именно на полип, чем на этот. Я, позвольте, ролик, который в эндоскопе рассылки поставил, включу, просто вот, ну, показать именно, как оно бывает при холодной полипэктомии. Вот образование. Кстати, плетеная. Ну, правда, такая небольшая, достаточно жесткая, видите, достаточно такое мощное плетение. Я думаю, что, скорее всего, олимпийская петелька, судя по всему, хватает. Я так чуть пролистывать буду. И вот важно, хочу обратить внимание, что не убегать сразу с зоны
удаления. Они тут говорят о том, что есть какие-то пузырьки, которые, честно говоря, не сильно-то видны, но ладно. Но вот если так дальше-то приглядываться, то, конечно, вот зона дефекта видна, и она такая совсем не маленькая. Повреждение это петлей, зона это условно дивертикула слабой стенки, понятия не имея, ну, собственно говоря, это уже и не важно в данной ситуации, но тем не менее мы должны понимать, что это тоже возможно. То есть без клипсы начинать не надо, а я это видео поставил только для того, чтобы, ну, наверное, подчеркнуть, что холодная петля не абсолютно безопасна. Да, поэтому вот я как раз это, если у меня возникает сомнение, что не исключена какая-то процесс последствий инсозии, инвазии и так далее, и мы используем, что нам может в этом помочь, это последствия инъекции. То есть мы делаем последствия инъекции, слизистая поднимается, мы отслаиваем. Вот, и последствия инъекции обезопасит. То есть если вы, то, вот такой бы полип, я бы холодный удалять не стал, я бы подкололся, да, и я думаю, что если мы, доктор, который делает процедуру, сделал бы инъекцию, полип приподнялся, и даже если бы он сделал холодную полиптомию, то он бы избежал этого осложнения в виде дефекта. То есть подколка, последствия слоя, это, ну, как диагностический, мы всегда его используем, как диагностический фактор какого-либо инвазии. Если это дивертикул, в принципе, поэтому я, например, был всегда сторонником, говорю, что если даже полипы на ножках, мы всегда в основании ножки, ну, в клинике делаем подколку, чтобы вот от этого момента, что если дивертикул, то если мы в ножку сделаем инъекцию, если дивертикул, то раствор уйдет, ну, за пределы стенки кишки. А если там последствия слой, то будет хорошая, как бы, подушка. Поэтому вот в данном случае, то есть если я думаю о дивертикуле, есть признак, я всегда подкалываюсь. Следующий вопрос. Хочу вернуться опять к необходимости удалять и вообще к риску такого заболевания, как зубчатая аденома. Ну вот, привести кейс-репорт, который дают наши японские коллеги, когда они в течение 13 месяцев они увидели трансформацию зубчатой аденомы. Когда они, вот пациентки, так пролистываю здесь, небольшое, совершенно небольшое образование, ну, миллиметра, сколько тут, я не знаю, 3-4, они сделали одну колоноскопию, потом повторили, сейчас скажу, через 28 месяцев сделали вторую, и третья через 41 после первой. И через 40 месяцев они увидели прям уже рак, самый настоящий. И после удаления это оказался лимфоскулярная инвазия, Т2 рак с метастазами вергинальной лимфоузлы. То есть отказалось бы вот такого полипа крохотного до, в общем-то, уже местно распространенного рака прошло не так много времени. И, соответственно, как бы это выглядит так очень угрожающе, казалось бы. То есть, вот, опять-таки, к вопросу, оставлять их или удалять. Здесь я поддержу, что, конечно, в пользу удаления, наверное, такой должен быть акцент смещаться. Ну, вот, но это вот кейс-репорт. А есть статистика, которая говорит, что это долгий путь. Понимаете, тут вот получается, что чему больше верить, на что опираться, не всегда понятно. Поэтому я говорю, что я всегда об этом говорю, что, к сожалению, да, вот таких стопроцентных факторов прогноза, их не существует на сегодняшний момент. То есть мы, поэтому, как бы, да, вот этот гайдлайн рекомендует удалять все, что мы видим, потому что, к сожалению, молниеносные формы, да, и там рак, и малигнизация, они, вот, поэтому с этой точки, что если мы планируем заниматься удалением чего-либо, то это, помимо того, что мы решаемся на эту процедуру, мы должны, как сказать, максимально сделать все, чтобы наша процедура оказалась безопасной. И, по крайней мере, если случается осложнение, у нас все должно быть для купирования этих осложнений. Да? То есть в шкафу у этого доктора должно быть все, начиная от клипса и овеска и заканчивая всеми инструментами. Потому что случится может все, что угодно. То есть даже маленький полип, даже ты подкололся, вроде все сделал хорошо, убрал, все подвижно, срезал, а там дефект. То есть, к сожалению, никто не застрахован от таких вот там фиброза, последствий слой. И поэтому, если идешь на операцию, то должно быть все для купирования осложнений. Если у тебя все это есть, тогда, в принципе, даже если случится осложнение в виде перфорации, ты это осложнение с помощью нужных инструментов решишь, ну и, в принципе, как бы проблем не будет. Ну, то есть, об этом, во главу угла вот это надо ставить. То есть, удалять надо, может быть, не сразу, может быть, говорю, отложить это там на 3 месяца, в следующий раз времени себе дать больше, потому что, например, когда ты на приеме идешь, у тебя там 10 колоноскопий, времени, ты начинаешь подсознательно торопиться, начинаешь вот это делать. Холодная полиптомия, я так на нее смотрю как бы с двух позиций. С одной стороны, вроде бы безопасно, вроде, но я думаю, что она родилась в первую очередь потому, что это экономически дешево. То есть, если все-таки, наверное, она продукт экономической ситуации, холодной полиптомии. То есть, если бы дешевле было делать с подколкой, то, это, с клипированием, да, то мы бы всем делали подколку,
удаляли электрохирургии и зашивали дефект клипсами. Ну, да, это самый идеальный вариант. И овеска, если бы она стоила 3 рубля. Вот. Поэтому холодная полипектомия, она имеет место быть, но она продукт именно... Да, продукт экономический, а не медицинский. Сейчас, Руслан, смотрите, вот мы поняли, что вот пока основной посыл и желание, ну, и у нас двоих, в общем-то, в сторону все-таки удаления, конечно. Да. Но с оговоркой, что холодная петля, это мало то, что дешево, это еще безопасно. Фактор негативный, это рецидивы, которые я отметил, что у нас при горячей рецидивы, ну, понятно, что бывали, но это действительно редкость. Я статистики не готов сейчас предоставить свои, не считали. А вот то, что при холодной полипектомии их больше, это мне тоже бросалось в глаза и на собственном опыте. И, собственно, что пишут наши друзья из Японии. Вот свеженькая статейка 2020 года. Они говорят о том, что, ну, N-блок резекции, там они сравнивали до сантиметра, больше сантиметра, да. И, собственно, рецидивы в группе, где более сантиметров, 5,5%, где менее сантиметров, 1,5. В общем-то, не так много, хотя тоже не ноль, прямо скажем. И смотрите, что, наверное, на что хочу сказать. High-grade дисплазия 8% в группе, где больше 10 миллиметров. Отсюда вытекает вопрос. Ну, они, собственно, и вывод делают, что больше сантиметра делать холодной полипектомии не надо. Это как относительное противопоказание, потому что много дисплазий. И, ну, не то чтобы много, но 5% это все-таки 5%, это каждый 20-й будет с рецидивом. Да? То есть и риски рецидива, хай-грейд дисплазии и соответствующие какие-то последующие онкологические проблемы. Вы разделяете подобную точку зрения по своим ощущениям, если, либо данным, если вы обсчитывали себе свой материал? Ну, это данных пока мы не обсчитываем, что, скажем так, активную холодную полипектомию мы последний год используем. Но вот в прошлом году было 300 операций, где мы удаляли с помощью холодной полипектомии. То есть активнее стали это пользоваться, как бы определенный опыт. И действительно, понимаешь, что если образование больше сантиметра, во-первых, сложнее забрать его в пределы здоровой ткани. То есть начинает петля под края соскальзывать, сложнее удалять. Приходится, да, вот эту методику дергать, то срезается хуже, и, конечно, выглядит все это не так эстетично, и удовлетворенности в том, что ты удалил все хорошо, ее нет. Вот. Хотя мы там, поэтому со временем родился такой подход, что холодную полипектомию можно делать только на эндоскопах HD еще и с двойным фокусом. Да? То есть на самом деле, потому что оценить... Тут посмотреть... экономическая выгодность начинает теряться. Да. Вот получается, что эта процедура, она говорит, поэтому действительно, я думаю, что если полип больше сантиметра, то его действительно надо или делать по всем правилам, или как бы отложить и сделать потом, положить пациенту в стационар и сделать нормальную петлевую электрохирургическую резекцию. Поэтому здесь полностью согласен и действительно говорю, что я поэтому и продолжаю к холодной полипектомии относиться только как вот именно какая-то финансовая составляющая, потому что это, ну, как бы дешевле для пациента обходится. Ну вот другая статья на ту же тему, в общем, холодная полипектомия при крупных зубчатых образованиях, что нужно наблюдение. Просто отсюда тоже такие вот тезисно, да, что здесь 1,2% было с high-grade дисплазией образований, N-блок у них 60% удалено, ну, правда, N-блок гистологическим, да, я, честно сказать, вот, я не знаю, я, с одной стороны, поборник вот, онкологических принципов аккуратного подхода к этому, но, с другой стороны, когда мы делаем холодную полипектомию этих мелких полипов, у меня нет никакого желания заниматься растягиванием даже на прекрасной подложке эндостарс. Но вот это растянуть, этот совершенно такой сопливый фрагмент слизистый, ну, мне кажется, малореально. Ну, вот, поэтому здесь скептично смотрю на эти данные гистологические. Но важно, мне кажется, что вот 1,2% high-grade дисплазии, меньше, чем в предыдущей статье, где давали, ну, 8, правда, это уже больше сантиметра. Но здесь, правда, про большие говорят. То есть уже расхождение определенное, причем существенное расхождение по процентовке. Рецидив 5%. Ну, вот, рекарренсы. И здесь, на самом деле, то есть, видите, 15-20, размеров 4-6%, в среднем 5. То есть процент рецидивов примерно тот же они показали. То есть так надо с опаской к этому относиться. Но с другой стороны, они показали существенно ниже процент high-grade дисплазии 1,2. То есть возникает вопрос в рисках, да, то есть вот если у нас рецидивы и дисплазии. Мы знаем вот
Я пока, ну, мы сейчас, наверное, не будем касаться, это большая тематика отдельная, такая более избитая. Это обычная тубулярная ворсинчатая аденома, где понятно, что риск скрытых малигнизаций при полипах больше 2 см, он высокий, там 40-60%, там, смотря чьи данные брать. Ну, вот, но при зубчатых он непонятен. То есть вот данные там 8 дали, здесь 1,2. Опять-таки рецидивы, в общем-то, примерно все дают такие, но достаточно большие. И если посмотреть... Сейчас, где тут данные европейцев. Вот они пишут о том, что дисплазия была найдена в 30% зубчатых аденом, которые более 20 мм, да, крупные. Очень большой процент. Я вот еще до сегодняшнего дня спрашивал коллег вокруг, как часто вы встречаете дисплазии при зубчатых образованиях. Ваше какое мнение? Сколько вы встречаете дисплазии? Получаете ответ. Зубчатый аденом с дисплазией. Ну, когда мы, скажем так, проводили это, конечно, такую подробную статистику окончательно делали, но мы очень долго, был период, когда мы очень долго учили наших гистологов ставить этот диагноз, да, то есть был период, когда, скажем так, в год мы 8 штук, там 8-10 выявляли вообще зубчатый аденом, в принципе, там и где-то на 800 операций, на 800 полипектомий, там это потом, когда гистологи, был период, когда практически всегда они ставили зубчатые аденомы. То есть это еще тот период обучения у гистолога. Вот. Дисплазии не так много, но, наверное, это все-таки, ну, процентов 10 есть, я думаю, такой вот по данным. Просто говорю, что разные клиники, разные морфологи, и очень сложно такую сделать статистику. Вот. Ну, не так часто, с одной стороны, но я думаю, что где-то. Коллеги, так. Просьба, кто онлайн смотрит, напишите в телеграм-канале свои, интересно посмотреть данные, сколько у вас встречалась вообще дисплазия при зубчатых образованиях. Или и рак. Ну, раки нет, давайте раки оставим, потому что это отдельная тематика. И а вот хай-грейд дисплазия. Действительно, это вероятность этой дисплазии возрастала при размерах. То есть, если образование было 2-3 сантиметра, то уже как бы дисплазии встречалось чаще и чаще. А у мелких вот меньше сантиметра, это, ну, редко, это мы здесь на 1-2%. Просто мы, то, что когда ввели, так легко посчитать у меня, когда мы ввели такую услугу отдельно, как холодная полипектомия, то есть это для образования небольших, мы сейчас там вот как бы и только их могу разумительно ответить, но у нас прошло вот только по этой услуге, по программе быстро смотрится, там что-то 1400 пациентов. Соответственно, таких образований там кратно больше, они обычно множественные. И high-grade дисплазию при зубчатом образовании мы получили всего один раз вообще за все, это, за все время. Мы больше не получали дисплазии, хотя морфологи, онкоклиника, я понимаю, что им может быть не очень интересный тип полипа, они там не заморачиваются, но в целом они достаточно грамотные с точки зрения онкологии. И тем не менее, вот такие цифры, которые диссонируют с тем, что я вижу по 8% в полипах мелких, там около, ну, там до 2 сантиметров, да, мы не получаем такие данные. Мы тоже анализировали в диспансере, ну, говорю, за прошлый год примерно 300 прошло операций холодных полипектомий. В 98% случаев диагноз послеоперационный гиперпластический полип. Вот. И мне кажется, что тут еще вопрос загрузки. Когда мы раньше, то есть первое время, когда мы активно занимались, и был период, что мы ходили, досмотрели вместе с морфологом микроскоп, так далее, то качество диагностики морфологически увеличилось, и количество диагнозов зубчатый аденом, дисплазии увеличилось. Как только массовость, идет поток огромный, этих у нас были дни, когда по 5-7 операций в день, то есть когда им приносят, а еще у каждого пациента это по 7-8 полипов. Вы говорите о том, что просто качество диагностики страдать начинает. Да, они, начинается массовость, подход, вот это мы перестали растягивать, они как бы загружают в один блок. То есть я думаю, что и здесь тоже скорость осмотра, скорость ответа, то есть увидели одну зону, посмотрели, там, ну, две, и я думаю, тоже от этого зависит. То есть, если взять эти стекла и пересмотреть, может быть, дать морфологам, дать им время больше, наверное, мне кажется, диагноз может действительно будет подходить. Но здесь другой, смотрите, на что хочу обратить внимание, в этой же статье, вот этот слайд не убирал, о том, что они говорят зубчатые аденомы, ну, да, там они говорят, пора больше 20 миллиметров, но что риск дисплазии возрастает с увеличением размера образования, возраста пациента и дальше дноматозного пит-паттерна. То есть и любой 0-1S по парижской классификации компонента. Если мы возьмем все-таки, еще раз говорю, зубчатое образование в сознании эндоскописта,
ну, это макроскопическая картинка, да, это не, мы говорим не про гистологию, а макроскопическое восприятие наше, то это плоские в основном образования, когда мы их ставим, ну, ну да, может быть 0,1С, но в основном это два образования. Если мы на них будем ориентироваться, какой процент там дисплазии? Потому что здесь, я так понимаю, что все-таки речь идет о том, что крупные образования с неким экзофитом, это традиционный зубчатый аденом. Да, традиционная речь идет. И тогда там понятно, там совершенно другие проценты риска. Там они намного выше, чем даже у веллёзных аденом. Но, хотя они относятся, понятно, к зубчатым. Но мы же их воспринимаем по-другому. Вопрос-то в том, что состоит, что вот мы видим плоское два образования зубчатое, предположим, 2 сантиметра, ну, неудобно. Можем его нафрагментировать? Ну, в ней, то, что мы можем, это понятно. Вот, а нужно ли это делать? Вот поэтому, что здесь опять во главу угла становится то, что мы ориентируемся, да, так называемый, как это термин, да, оптическая биопсия. То есть мы должны, то есть врач, который это смотрит, должен четко знать этот эндоскопический пит-паттерн. Эндоскоп должен позволить эту картинку смотреть, и то есть точно, ну, субъективно надо быть уверенным в том, что мы видим то, что видим. Да? То есть если это зубчатая аденома, вот эта ее структура, если вы уверены, то в принципе можно и фрагментировать. А все-таки если есть участки при осмотре подозрительные на дисплазии и так далее, то, конечно, надо стремиться тогда уже. Ну, когда мы видим, тут, в общем-то, понятно, да. А, смотрите, наши соотечественники, Михаил Юрьевич Агапов, Константин Халин, ну и их коллеги, они работу провели. Что здесь бросилось в глаза? Это вопрос о том, что мы видим и не видим. Вот 56 они оценили зубчатых аденома. Понятно, выборка маленькая, погрешность в процентовке будет из-за малых чисел большая, но принципиально. Меня очень удивило то, что у них 10, из этих 50 10 карцином, 9 случаев high-grade дисплазии. По сути, 40% это какой-то безумный процент, в моем понимании, для зубчатых образований. А чувствительность биопсии, там, я могу сейчас наврать, но что-то в районе 57%, лишь совпадение было. То есть они говорят опять-таки о том, что нет смысла, как и при веллёзных, обычных наших традиционных аденомах, что нет смысла брать биопсию, надо сразу подходить к ним как к ракам, там, удалять. И получается, учитывая процент, совершенно какой-то фантастический, правда, для меня, то и тактика должна быть такая же, как и при веллёзных. В нашем случае, конечно, в моем мировоззрении, если мы говорим 2 сантиметра образования плоское, 2 тип, сомнительный там пит-паттерн какой-нибудь там, я буду делать диссекцию, даже 2 сантиметра, потому что я буду думать о раке, чтобы точно забрать все. При зубчатой доме я не буду делать диссекцию, потому что у меня в голове совершенно другие проценты. У меня нет таких показателей в нашей клинике по 20% раков. Мы не видим этого. То же самое, то есть цифры-то большие, то есть это в год порядка 1000 операций, ну, различных на толстой кишке, поэтому вот, таких цифр нет. Это действительно как бы, то ли это выборка такая, наверное. Какая выборка, может, к ним это, то есть это попадали пациенты уже, которых, ну, где-то прошли, где-то их там не могли помочь, и действительно к ним достали же пациенты, которые в других местах, ну, более там мелких учреждений, от них отказались. Я думаю, что здесь именно, скорее всего, выборка такая специализированная получилась. То есть, такие тоже такие сложные случаи. То есть, не все подряд, а все-таки те, что дошли, ну, до этого учреждения. У меня тоже есть подозрение, что там отбирали те, кто изначально как-то не нравился. Да, не нравился, не смог сам сделать и отправил как бы вышестоящее учреждение. Поэтому я думаю, что здесь такая... Ну, смотрите, вот статья, опять-таки, наш коллега из Института колопроктологии в соавторстве с Веселовым, где они показали морфологические исследования 95 плоских зубчатых образований, в 2% было дисплазия. Ну, вот эти цифры как-то более для меня реальные, что 2% дисплазия, а в возвышающихся 15%. Вот здесь, мне кажется, и есть какой-то, действительно кроется, что, может быть, мы говорим немножко о разных зубчатых, и стоит разделять сессил сератот и традиционные, да, выделять. Потому что, мне кажется, все в кучу. И получается нагнетание такое, что зубчатые аденомы очень большие. Большой рак, большие проценты, ну, раков не бывает. Я скажу, что, наверное, пришло время уже и между собой их более четко разделять. Потому что если чем больше масса опухоли, да, то при поднятом образовании в массе уже вероятность дисплазии, она, конечно, увеличится. Плоские истинные вот эти аденомы, когда все четко видно, все хорошо, то там вероятность дисплазии сведена вот к 1%. И
все-таки вы вот эти маленькие полипчики будете, большие полипы, вы будете удалять пофрагментарно или вы диссекцию пойдете? Конечно, как бы с позиции онкологии, вот если говорить, мы всегда стремимся удалять единым блоком, да? Но при окончательном выборе операции учитываем фактор А, локализацию, то есть сложность методики, да, то, например, если говорить там о куполе слепой кишки, там диссекцию делать очень сложно. Вот. А если мы видим, что это плоское образование, не видим никаких признаков малигнизации, конечно, петлевая резекция фрагментарная здесь как бы с позиции безопасности пациента, времени операции, она как бы предпочтительная. Поэтому я как бы всегда в выборе конкретного этого взвешиваю фактор времени, возраст пациента, состояние пациента, прогноз. Вы дифференцированно будете подходить, такой жесткой позиции. Нет, жестко говорили, что все, что больше 3 сантиметров удаляем методикой диссекции, был период в жизни такой, действительно, как бы, наверное, со временем, с опытом, с пониманием тех рисков, осложнений, которые могут быть, поэтому, говорю, просто... У меня, в общем, где-то я разделяю, безусловно. Просто, например, в ворсинчатых образованиях недостаточно там жесткой позиции, что это надо делать диссекцию. Очень много скрытых раков. Казалось бы, при зубчатых аденомах они тоже, раки могут быть скрытые, они в глубине сидеть. Другое дело, что мы обговорили то, что период до рака, они там живут себе и живут, и при маленьких, там, небольших родственниках вообще риски какие-то такие, совсем низкие. Но тоже может быть скрытый рак, по идее, находиться и вроде как напрашивается. А с другой стороны, мы видим свой опыт, когда очень низкий процент, кстати, надо посчитать, наверное, публиковаться, чтобы уже это не голословно было, как-то нам на статьи какие-то уже операции, свой собственный анализ провести. Но вот если мы видим рак, а вот здесь как раз открыл статью, просто показать о том, что относится к эндоскопическим критериям рака. Да? Депрессия и покраснение, такие основные, да, частые признаки, то есть это по макроскопической картинке, я сейчас даже не беру питпаттерн, который тоже меняется, там уже не второй тип, а другой, а вот именно так, что видели зубчатую аденому, удалили, и вдруг неожиданно пришел рак, таких на самом деле образований не так много. Такие неожиданности очень редко встречаются. Ну и в завершение перейдем к вопросам, которые уже накопились. Сейчас, поэтому я говорю, мы чаще стали использовать в таких ситуациях, вот, при таких вот непонятных пластических образованиях, вроде бы место для диссекции очень сложное, там изгиб, печеночный купол, но есть участок подозрительный, мы стали в последнее время пользоваться комбинированной методикой, то есть видимые края безопасные делаем петлевую резекцию, а центральную часть подозрительную удаляем с помощью вот системы ФТРД, то есть полностенной резекции с использованием системы Овеска. Дорого-богато. Но это действительно как бы позволило в какой-то степени избежать вот таких вот нерадикальных операций. То есть об этом тоже надо помнить. Олег спрашивает, зубчатая аденома на широком основании более 15 мм. Брать или не брать биопсию помешает биопсии и последующей диссекции? Тот постулат, который у себя в клинике мы как бы пропагандируем, и сотрудников я призываю, это врач-эндоскопист, осмотрев такое вот образование, должен точно решить, возможно эндоскопическое удаление опухоли или нет. Если он понимает, что эндоскопическое удаление такого образования возможно, а по описанию оно возможно, то биопсия, она на тактику никак не влияет, действительно надо как бы... или сразу удалять это образование, или мы делаем фотографию, и дальше пациент уже поступает на операцию, только достаточно фотографии. Мое мнение так, что если вы не видите признаков малигнизации, мы берем сейчас парамедицинскую организацию здравоохранения в сторону, по-медицински брать биопсию не надо. Если вы видите признаки малигнизации, стоит подтвердить факт злокачественного роста, потому что надо делать КТ, надо предстадировать эту опухоль, и причем это лучше делать до удаления по-хорошему, потому что после удаления лимфоузлы могут увеличиться реактивно. Возникает вопрос. И здесь вот как раз такой щепетильный вопрос с онкологией. Поэтому мне кажется, что если рак вы видите, подозреваете, надо взять биопсию и уже спланировать
весь диагностический алгоритм, подойти более взвешенно к этому удалению. Опять-таки, даже в нашей стране организационно под раки там квоты проще все с госпитализацией. Что касается, где нет признаков рака, и есть возможность удалить, техническое, организационное, лучше удалить сразу, не брать биопсию. Нет возможности удалять сразу. Ну, биопсия, опять-таки, она ничего не дает, по большому счету, в данной ситуации. Я скорее противник, потому что теоретически она может помешать последующему удалению дать дополнительный фиброз. Следующий вопрос. Александр. ЕСД образование 6 см, стелющийся, маркировка, инъекция. Обязательно ли окаймляющий разрез? ЕСД образование написано. Но, опять же, если это в кишках? Ну, наверное, я думаю, что про кишку речь. Вот, но здесь опять же, это уже больше к тому, как вы предпочитаете делать диссекцию. Это у меня на самом деле вопрос такой принципиальный с точки зрения терминологии. Если это ЕСД, ну а как без окаймляющего разреза? Если вы правильно сформулировали вопрос, потому что может быть маркировку можно не делать, а ЕСД без окаймляющего разреза... Ну, имеется в виду, я имею в виду, это, как бы, может быть, вопрос в том, что делать ли сначала, ну, полностью окаймляющий разрез, а и потом диссекция. Или вот как вот сейчас вот эти покет-методики, да, когда делается в одном месте разрез, потом полностью под слизистой диссекция, а потом уже... Ну, если вот вопрос в этом, то я бы не делал полностью сразу. Да, то есть, я имею в виду, окаймляющий разрез всегда при диссекции получается, просто это может быть или сразу, это, опять же, кто как предпочитает, или, ну, последнее время, да, вот все, как бы, ведущие, ну, там, специалисты и... На нашей стране и в мире они как бы не стремятся выполнить окаймляющий разрез в кишке сразу, а то есть по проще, необходимости. Проще да. Ходить по слизистый слой, если да. Вы небольшой, жидкость, небольшой разрез сделали. В итоге все равно вы сделаете его, просто он будет как бы такой, скажем так, поэтапный. Всем проводите эндосонографию эпителиального образования до ЕМР и ЕСД. Это Рома. В пищеводе, в желудке всем. Выполняем. В толстой кишке, в принципе, основной это эндоскопический критерий. Если эти участки малигнизации видно, то мы тогда или комбинируем методику, то есть лапароскопически, на лапароскопической операции дадим. То есть, в принципе, в кишке ориентируемся на эндоскопическую картину. Ну, я, в общем, разделю в желудке, в пищеводе абсолютно всем, 100% случаев делаем. А в кишке выборочно в каких-то сомнительных, спорных ситуациях, когда, например, 5Н, рисунок, там ЛСТ, есть локальный 5Н, мы сомневаемся, брать не брать, понятно, Т2 это только проблемы и радикальности не будет, вот, Т1 можно рискнуть, по крайней мере, это с точки зрения безопасности будет оправдано, и тогда мы выполняем периодически мини-датчиками, как правило, если это ободочно. Ну, прямая кишка мы делаем. Мы выполняем, хотя там МРТ тоже достаточно неплохое. Ну да, то есть по мере накопления опыта, вот именно в кишке, наверное, необходимость в эндоузи, она немного уменьшается, да. То есть мы уже в каких-то случаях, когда действительно очень много сомнений, и чаще это эндоузи, наверное, все-таки подтверждает эти сомнения, да. То есть, как бы, в принципе, уже понимаешь, что, скорее всего, нет. То есть здесь не наш вариант, а хирургический. Эндоузи просто как бы, ну, лишний раз тебе это укрепляет, что ты не зря пациента отдал, ну, на хирургию. Потому что, к сожалению, чем больше операция, тем больше осложнений. Мы всегда об этом еще думаем. Да? Почему мы так стремимся всегда выполнить, если возможно, наши операции? Может, для пациента это, ну, больше, более благо, чем хирургическая операция. Но вопрос онкологии тоже во главе угла. Поэтому, конечно... Здесь, поэтому эндоузи вот именно в кишке применяем чаще, когда-то вот вроде бы, да, не наш вариант, но вот давайте все-таки еще раз посмотрим, чтобы точно, совесть была чиста, да. Ариана спрашивает, физраствор можно красить только индиго карминовым? Ну, был период, когда мы использовали метиленовую синь для окраски, да, но недостаток ее то, что она на слизистую всасывается, мешает потом. То есть эндокармин, он не адсорбируется в слизистой кишки, он смывается, он как бы да, метиленовая синь – это реактивный, в отличие от индигокармина, он проникает в клетки. И, соответственно, он накапливается всеми тканями без исключения. Соответственно, у нас не пропадает контрастность между разными тканями при удалении. В первую очередь, для диссекции это важно. При мышце накапливать, она тоже становится синей. Не столь контрастно выглядят сосуды, хотя тут они, ну, понятно, не столь накапливают. Ну, и вообще он такой получается очень глубокий синий цвет,
не столь контрастирует, хуже. Были статьи о том, что канцерогенный эффект внутренний. Ну, это спорно, но... Ну, были статьи, я имею в виду, да. Но поэтому то, что... более такой препарат, как бы абсолютно безопасный, который смывается, да. Был период, когда никармин было не достать. Да. Я понимаю, тогда вот метилену синий проще. Сейчас, ну, мне, ну, не знаю, конечно, живя в Петербурге, точно проблем нет, я не знаю, может быть, в других городах они сохраняются, хотя эндостарс, по-моему, во всех городах России уже проник. Так, вопрос, а может ли быть зубчатый аденома вообще без дисплазии? Не является ли он тогда гиперпластическим полипом? Не, ну вопрос, поэтому классификацию их и объединили, потому что на самом деле и гиперпластические полипы, и зубчатые дномы, и все это суть процесса, это зубчатый, ну, да, зубчатый путь образования, и поэтому иногда их действительно диагностика сложна, и тут от опыта морфолога, да, зависит, поэтому... Тут... Ну, да, есть такое, что аденом это всегда дисплазия, хотя по мне ставить вот эту low-grade дисплазию никакого принципиального смысла не имеет, потому что она не влияет на тактику и принципиально на прогноз тоже, потому что сколько из них истинных, сложно ответить. Я один вопрос пропустил, вот вернулся назад. Два вопроса пропустил. Здравствуйте, как относится холодный петлевой полипэктомия образование на длинной ножке с применением эндоклипс на ножку? Вообще применяете холодную петлю при образованиях на ножке? Нет, холодную петлю на образованиях на ножке, потому что там сосуд, риск кровотечения намного выше. Лучше, тем более, если используем клипсу, то кто мешает сделать электрохирургический? Ну, мы тоже не применяем. На самом деле, мне кажется, если нога, там всегда есть сосуд, холодная полипэктомия, это всегда, то есть кровотечение. Ну, не, можно. Если она тоненькая, клипс посадить без... Ну, просто смысл какой. Логики нет, да. Татьяна Романова спрашивает. Уважаемые эксперты, тактику при подслизистых гематомах после холодной петлевой резекции и биопсии можете рассказать? Ну, гематомы бывают, как бы, мы, в принципе, это что... Оно вас смущает, гематомы? Нет. Мне тоже. Вот есть и есть. Оставляем. Поэтому ничего мы не делаем, специально не наблюдаем. Хотя были доклады, что вот иногда такие крупные гематомы. Но, честно сказать, ну, давайте так. Если пациент у нас на каких-то, там, условно, варфарине находится, наверное, ну, удалять мы и не будем. А вот биопсия теоретически может привести к какой-то серьезной гематоме. Вот, наверное, в этой группе пациентов, может быть, можно задуматься о том, что постоять, понаблюдать, может даже клипсу поставить. Хотя у нас не было таких ситуаций в кишке. Я видел вот эти спонтанные на фоне рвоты разрывы в пищеводе, когда огромные гематомы такие отслаивающие были на фоне приема антикоагулянтов. В кишке я, честно, не припомню таких проблем. Да, в кишке они все как-то спокойно. Плюс, говорю, как вы сегодня уже говорили, что кровотечение мы не так боимся, как перфорация. Поэтому, в принципе, ну... Хорошо. И, о, персональный вопрос. Делаете вы, Олег Борисович, это я, резекции без седации? Делаем. Редко, но делаем. Но, в принципе, это не, я вообще задумался, потому что это не столь принципиальная позиция. Здесь, на самом деле, мы выполняем и так, но... Конечно, я пациентам говорю, что лучше идите с наркозом, потому что пациент, хочешь не хочешь, будет нервничать. Когда Сан Саныч отрезал полип, он тоже очень нервничал, хотя он уже их столько отрезал, все это видел, а все равно переживаешь. Тонус кишки. Зачем это все нужно? Сказать, что, если я говорю, что пропофол очень хорошо уменьшает перистальтику и снижает это, поэтому это, для операции это помогает. Отсутствие пациента во время процедуры, оно всегда как бы... Хорошо, что человек, хочешь не хочешь, будет нервничать всегда, будет переживать, это доводит, будет спазмы, это мешает. По лучше, этой причине как бы... мы просто редко делаем, мы рекомендуем пациентам делать седацию, и, ну, наверное, 99% из них соглашается на это, они тоже, в общем-то, хотят отсутствовать в этот момент. Ну, да, не, бывает ситуация, когда пациент пришел на колоноскопию без наркоза, ну, как бы, ты делаешь, находишь плоский такой маленький полип, но, в принципе, почему не сделать, если, как бы, ситуация позволяет. Пациент спокойно лежит, кишка хорошо готова, ничего не мешает. Дистальный колпачок рутинно используете? Я уже наговорил на этот вопрос, при операциях всегда. Нет, вот холодная полипэктомия, вы называете операцией? Нет, я говорю, если мы планируем изначально операцию, то есть мы понимаем, что сейчас мы будем пациенту делать операцию, мы колпачок одеваем. Если мы делаем диагностическую процедуру, находим полип, понятно, что мы не выходим, не одеваем колпачок, а делаем как бы без колпачка. Ну, мы, в общем, при диагностике мы его рутинно не используем. Все-таки это сужает поле зрения, свет, туда забивается содержимое какое-то, калорий сохраняется. Если планируем операцию, да, одеваем сразу. На диссекции, естественно, всегда, на резекции только какие-то сложные, когда...
сложно за Гаустера вывести на основании образования. Так, и вот только что-то еще прилетело. Риана, может быть, ответ не по теме. Хочу отправлять биопсию из 5 точек желудка, чтобы приходил ответ по классификации Ольга Ольджим. Наши гистологи не слышали. Можно ли отправлять в другой город, есть ли какие-то сроки транспортировки? Сроков точно нет. А можно ли отправлять в город? Наверняка система такова и есть. Но это надо разговаривать, собственно, с лабораториями, куда будет отправляться материал. Уверен, что это возможно. Коммерческие лаборатории вопрос, с радостью это сколько это будет стоить для пациента? Да? Да, но это принципиально возможно, конечно. Ну, на этом вопросы вроде как иссякли. Наверное, мы тогда переходим к следующей части марлезонского балета. И пока рекламная пауза.